порту Игарка, на Енисее, встречаются корабли многих стран мира. Они приплывают сюда за сибирским лесом. Прощаясь с русским богатырем Енисеем, сюда уходят в далекие моря. До Карского моря с капитаном норвежского судна Николайсеном пойдет советский лоцман Артем Филиппов. Лоцман Вячеслав Челенко сопровождает капитана Доминика Лугли. Его теплоход направится в Египет. Счастливого плавания!